Друзья, всем привет! Меня зовут Марина, я рада каждому, кто заглянул сегодня на мой канал, открыл мое очередное видео. И начать я хочу с того, что пожелать всем вам прекрасного начала дня, если у вас утро, и разделить со мной этот прекрасный ароматный кофе. Ну а если у вас вечер, желаю вам, конечно, прекрасного вечера. Ну а тема сегодняшнего видео будет подборка или топ свежих ароматов. Те ароматы, которыми будем пользоваться буквально с вами очень скоро, остаются считанные дни до лета, хотя, как ни странно, у меня за окном еще лежит снег, минусовая температура. Весна в этом году нас не особо радует, но тем не менее, я думаю, что кому-то это будет видео полезно, поэтому присоединяйтесь, добро пожаловать, и будем с вами начинать. И начать я хочу сегодняшнюю подборку с ярко-свежего, ярко-цитрусового аромата от нишевого бренда Томас Космала, аромат под названием «Соль земли». Я думаю, очень многие уже успели познакомиться с их ароматом «Любовь номер 4». Ярко-мускусный такой парфюм. Этот же аромат совсем другой, они абсолютно не похожи, они абсолютно разные. Это, знаете, такой глоток лаймового фреша. Вот когда вы летом хотите освежиться, взбодриться, подзарядиться, да, когда вам жарко, вот прям вот это, знаете, вот глоток свежего воздуха, очень классный парфюм, заряжающий энергией, позитивный такой, особенно, знаете, если вы собираетесь куда-то в отпуск на море, где очень жарко, незаменимый, просто незаменимый вариант. Как летний парфюм, обратите на него внимание, если вы еще с ним не знакомы, без намека на сладость, абсолютно такой свежий, здесь у нас лимон, здесь у нас бергамот с добавлением таких морских ноток, очень классный свежак, прям такой пробуйте, пробуйте на лето, прям незаменим. Фух. Переходим с вами к ароматам, которые очень популярны. Я думаю, очень многие уже знают их парфюмы. Это, конечно, молекулы. Сегодня будет целых три аромата этого бренда Eccentric Molecula. Я думаю, это такие ароматы универсальные, которые и в пир, и в мир, и летом прям незаменимы они. И начать я хочу с Eccentric 01. У меня лимитированная версия, вот в таких флакончиках, они немножко поменяли дизайн, так скажем, да, надписи. Что могу сказать, такой нежный свежачок, очень спокойный парфюм с добавлением таких свежих и древесных ноток. Очень тоже классный парфюм. Кто хочет не ярко-цитрусовые ароматы, а более такие спокойные, но в то же время, чтобы они, конечно, были свежими. Обратите внимание на этот парфюмчик. Здесь у нас, как всегда, конечно, добавлена знаменитая их молекула Изосупер. Так что пробуйте. Следующий аромат этого же бренда Eccentric Molecula, новиночка. Это мандарин и плюс молекула 01. Очень классный такой свежачок, мягкий, тоже спокойный. Вначале очень такой цитрусовый парфюм, ярко-цитрусовый. Чувствуется прям, когда вы наносите, терпкость мандариновых корочек. Но дальше он становится, конечно, более таким спокойным, молекулярным ароматом. Пробуйте тоже, кто не знаком. Очень классные такие, знаете, ресурсные ароматы, которые дарят вам такую бодрость на целый день. Так что пробуйте, кто не знаком. Очень классный свежак, тоже идеален на лето. Переходим к третьему аромату, тоже этого же бренда, знаменитая Eccentric 02. Мне кажется, просто столько поклонников у этого аромата, у этого парфюма. Аромат, конечно, унисекс, в принципе, как и все их ароматы, это ароматы унисекс, подходят как мужчинам, так и женщинам. Здесь у нас, опять же, молекула изосупер. Знаете, некоторым почему-то кажется, что здесь вот именно ноты вареной моркови слышатся, но, опять же, на всех по-разному. Могу сказать, что когда я только познакомилась с этим ароматом, да, я чувствовала вот эту ноту,
вареной моркови, даже от кого-то я слышала этот шлейф, но сейчас нет. Для меня это очень красивый, мягкий, такой молекулярный парфюм, очень даже немного такой необычный, который привлекает к себе внимание. Обязательно, конечно, у вас будут спрашивать, что это за парфюм, конечно, кто его еще не знает, кто с ним не знаком. И только хочет познакомиться, пробуйте, девочки, пробуйте, и мальчики тоже. Аромат очень классный, на мужчинах сидит просто бесподобно. На лето классно, потому что им нужно тепло, им нужна горячая кожа, вот эта жара. Он тогда звучит так здорово, так шлифит. Классный, классный парфюм, обязательно пробуйте. Следующий у нас свежачок в этой подборочке. Аромат, который я уже показывала в своих предыдущих, в каком-то предыдущем своем видео, это тоже новиночка, аромат от бренда Givenchy Irresistible Fresh. Это туалетная водичка, очень простая, понятная, свеженькая. Тут у нас апельсинчик, тут у нас розовый перец, розочка, такой очень понятный свежачок и такой вот, еще раз повторюсь, очень простой. Кто любит такие незатейливые свежачки, обратите на него внимание, тоже на лето, на весну. Идеален, просто идеален, красивый, нежно такой, даже можно сказать, нежно-фруктовенький парфюмчик. Еще один аромат, заключительный в сегодняшней подборке, тоже хочется отнести его к свежим ароматам. Это знаменитая Pink Molecula 09 от Zarka Parfum. Это у нас шампанское, это у нас какие-то фруктовые нотки, какие-то цветочные нотки, такой игристый, позитивный, невероятно женственный, в то же время легкий, но у него хороший шлейф, очень хороший, объемный, красивый такой шлейф. Поэтому, если вы еще не знакомы, обязательно это сделайте. Аромат невероятно красивый, потому что очень тяжело найти такие, знаете, ароматы, которые были и женственный, и легкий, но что был и шлейф, понимаете? Иногда вот ароматы настолько замыливаются, и вот первоначального вот этого звучания, да, которые бывают в свежих ароматах, они прям вот, ну, исчезает вот это первоначальное звучание, оно потом замыливается, некрасиво так звучит, особенно когда лето, когда жарко, но этот же аромат сидит просто бесподобно. Тоже такой молекулярный парфюмчик. Тоже пробуйте, кто не знаком. Его, вот я говорю, сравнивают с таким, знаете, фруктовым розовым шампанским, потому что тут такие игривые нотки в его звучании. Пробуйте, кто не знаком. Аромат достойный, особенно на лето, тоже вот прям незаменимый вариант. Вот и все ароматы, которые я вам сегодня хотела показать, рассказать немного о них. Надеюсь, вам это видео было полезно. Пишите в комментариях, какими вы пользуетесь летом ароматами, какие свежие ароматы предпочитаете. Обсудим с вами эту тему, поболтаем, как всегда. Хочу вам напомнить, что все эти прекрасные ароматы я распеваю на своих площадках Instagram и ВКонтакте. Кому где удобнее, заглядывайте в гости, подписывайтесь, лайкайте. Мне будет очень и очень приятно. Если понравилось сегодняшнее видео, ставьте также лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду дальше продолжать вас радовать новыми ароматами и новыми видео. Буду с вами прощаться. Всем пока-пока!